17, Дарья Михан, номер 17, Виталий Романович, номер 19, Ольга Васильева, номер 23 и Екатерина Ячеленко, номер 77. Главный тренер команды Сергей Вехтев. Команда «Динамо» БГУ ФК, Анна Сайлова, номер 5, Анна Синявская, номер 10, Юлия Слесарчик, номер 11, Анастасия Шупо, номер 15, Дарья Мунюкова, 17 номер, Анастасия Ковалева, номер 19, Анна Пилипенко, номер 2. Аккурат к свистку закончили мы со стартовым составом, играли здесь дома у себя. Зорг БДУ 2-1, получилась волевая, очень трудная и тяжелая победа. И вышли они на пятое место турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу среди женщин. Продолжим мы этот спич после атаки. Очень опасный, перспективный. Первый удар в створ и первый сейф от Конки Елизаветы. Отмечаем очень неуверенную пеночку. Снова на фланг. Сас. Дальше на Ситникову. Ситникова отыгрывается с напарницей по команде. И вот такой вот дальний заброс в штрафную. Безадресно он оказывается. Конок очень уверенно берет мяч в своей в полном составе. Видите, в своей штрафной. Навес идет. Очень высокий, такой плавный навес. И сразу же удар. Греха подальше, видимо, чтобы просто не нарваться на контратаку. Дальше, удар вправо. Здесь у нас Синявская отыгрывает стеночку на Шупо. Очень уверенно бежит Шупо по правому флангу, прошу прощения, и скидка. Здесь никого абсолютно, может быть, замедлила с ударом, мне показалось, Пилипенко перевела налево. Играет без фола, но мяч для себя и для своей команды не отвоевывает. А вот по левому флангу Синявская, она у Динамо бежит, делает это очень уверенно. Попытка... Побольше 1-1, подумал, будет. Но нет, отыгрывается назад под ударную позицию. И мы фиксируем. Это очень блестящий гол. Ну, и каким бы ни был талант Конок Елизавета, такие мячи, конечно, не берущиеся. Говорим о браво, забивший гол. Блестящий удар в дальнюю девятку. Гол красавит наши матчи. А вот розыгрыш углового. Впервые в этом матче решили разыграть или навешивать. Но пошел и навес. Старым темпом, и удар последовал в район 11-метровой отметки. Уверенно, переводя фланг то налево, то направо. В свободном пространстве есть здесь справа у Магер. Пользуется она этим умело, проходит несколько метров и навешивает. И отличный навес на дальнюю штангу получился. По штрафную прострел неудачно получился, но в центре поля подбор все еще за минчанками. Слесарчик справа навешивает, очень высокий навес Конок, говорит я, и очень уверенно забирает мяч в свои объятия. Михан корпусом отыгрывается назад, ну, очень тяжелый пас, Лермонович, догоняет она его, Сас тем временем делает передачу таким легким парашютиком в штрафную, но не дотягивает. Попытка дальнего заброса. Получается очень успешно и уже смещается под ударную позицию. И отличный сейв Конок правой рукой. О, флажка. Красный тау. Футболистки Динамо. Штрафную опасная передача. Достаточно уверенно там действует. На втором этаже уже Витебске. Витебские футболистки. Но наступление продолжается. И очень интересная стеночка. И выход один на один. Возможный. Фиксируется офсайд. Ну и все. Свисток на второй тайм. Известных футбольных личностей. Главный тренер футбольного клуба Витебска. Здесь Александр Павлов был замечен. Глава Федерации футбола. А вот очень опасная атака. По правому флангу тоже будет первым. Конок очень неуверенно ставит корпус. Даже не решила брать его в руки. Секунду времени на поле проводит без мяча. Верим и в Еврокубковый. Поэтому успех этой команды. Есть для этого все необходимые качества. С левого фланга вот такой вот прострел, удар, и из Минска ищут они и забегание, и открывание партнерш. И вот при попытке заметить, сразу же попытка его, собственно, этот снаряд футбольный туда и отправить. Дальний удар. Ну и вот очередной угловой, если не ошибаюсь, первого, втором тайме. Навес. Ну тут Конок даже без прыжка решил не прыгать, очень уверенно. Ковой. Ячеленко. Пытается обыграть. Обыграла одну, вторую. Обыграть не успела, но сделала интересную передачу в угол штрафной. Там в подкате достаточно опасно действовали защитники. К разным последствиям могло это привести. А вот, как говорят, перехвату. И толку здесь и фиксируем. И, не ошибаюсь, первый. Дальше КПШ.
очередной раз на район 10-метровой отметки, точки пенальти, мяч отправляется там. Пилипенко уже готова была завершать, как и сейчас. В очередной раз мяч прилетает. Ну, если в этот раз прилетел он по естественной ему причине. В прошлый раз очень уверенно Якушевич сняла его своей головой и перевела мяч. Да, соперницы завершить эту атаку. Но она продолжает с правого фланга. И вот такой вот обманный удар прострел. Мы фиксируем, что это гол. 2-0. Не ожидал никто, видимо, такого удара. Все думали, что будет прострел. И вытекал это из хода игры. Постоянными прострелами атаковали. В этот раз розыгрыш. Короткий. Вращает. С левой ноги навес на дальний уконок. Кулаком пытался здесь играть. На опережение. Здесь минут до конца основного времени этого поединка. Счет по-прежнему 2-0. Второй тайм, как мне кажется, выдается скучнее. Но очень интересно с точки зрения того, как двигаются команды. И Динамо наступает. Передача. Чуть-чуть хватило мячу продвинуться вперед, чтобы было очень уверенно. А вот здесь Пилипова, прошу прощения, Пилипенко выходит один на один. Иконок, шпагате, браво. Левой ногой вытаскивает мяч и на поликлинике Ленина. Право. Динамо, очень много свободного пространства. Скидка назад. Дают бить. Шупо замахивался на хитрик своей левой ногой. Делал это очень... Денисенко пошел этот удар от ворот конок. Ну, поняли мы это по определенному крику Дёня от конок. А вот теперь придется защищать ей ворота. Передача в офсайд, понимает этот Хращак. И выход один на один получается уже именно у другой футболистки под номером 8. Капша отмечает в самой концовке встречи забитым мячом и доводит. Заканчивается. Мы фиксируем победу 3-0 БГУ ФК. Динамо над футболистками из Витебска. Спасибо всем, кто был на нашей трансляции. Меня зовут Кирилл Саулов. Всем хорошего вечера и удачи.